Так. Перевернула вже машину. Ну що? А він організував Євромайдан, старий організував. Євромайдан організував Мустафа, то ми готовили, а його кинули, щоб він нас перехватив на цьому. Ну, да, була ж ініціатива отряду організації. Брат у нас збирається строю. Що там пишуть? Алло. Ну що там пишуть, що пишуть? Да, зараз батареї нету, що можу зробити. Зараз будемо щось робити. А? Нормально? Нормально гоним. 4,5. Кто хочет помочь бойцам АТО, находите в Фейсбуке меня, Вадима Торопова, Георгия Туко, находите, Романа Синицына, Рудоманова. Находите, группа есть, допомога живым героям Майдану. Да. Его валят, его валят просто. Нету, напиши ты в комментах. А донейт, кнопка донейт на сайте. Давай. Диджей, ты где? Диджей! Диджей, ты где? Алло. Не, да, конечно, вези батарею. Быстрее, быстрее. Давай, давай. Что там? А, вон я сам. Вікно в Євразію, да? Сподіваємося, Європа зацінить наші старання і приймуть нас вже завтра до Європейського Союзу і навіть до Шенгенського. Отойдите, вы мешаете. О! Сила! Бля, это ж не Киев, выбач. Плоть, накрути, как макароны. Дружба с Россией, да? Ну да, они уже показали, что друзья из них плохие, и даже братья. Нафиг, нафиг. Всех, кто признает аннексию Крыма, всех нафиг. Всех нафиг. И надеемся, что Россия все-таки выйдет из зомби-состояния и поймет, что произошло. Если... О, диджей, диджей! Откроешь, у меня села все движухи. Сели все батареи. Чего ты как-то? Надо закидать. Я не могу тянуть.